Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Творожная выпечка обладает неповторимым шармом. Она нежная, мягкая, в меру влажная, долго не черствеет и прекрасно дополняется ягодами или фруктами. Сегодня я поделюсь с вами рецептом творожного кекса с яблоками. Взбиваем 3 яйца и 170 грамм сахара в пышную белую массу. Уменьшаем скорость миксера и вливаем 120 грамм растопленного сливочного масла. Выкладываем 200 грамм творога. Если перетереть предварительно творог через сито, то кекс будет еще нежнее. Моя семья любит, когда в кексе видны вкрапления творога, поэтому я не перетираю. Далее добавляем 220 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Тесто перекладываем в форму для выпечки и разравниваем. Сверху втыкаем ломтики яблок. Выпекаем кекс в заранее разогретой духовке около 50 минут. Если верх начнет подгорать, прикройте его фольгой. Через 40 минут можно проверить готовность зубочисткой. Замечено, что творожные кексы пекутся чуть дольше обычных. Дать кексу немного остыть и можно нарезать. Приятного всем аппетита! До встречи на канале!